Курица для тех, кому нужен настоящий мужчина. Для начала возьмите заготовку. Я заказывала своего через интернет. Надеюсь, он не бракованный. Итак, делаем идеального мужчину. Хорошее чувство юмора. Выходит и говорит: ой, голову забыл помыть. Ум и сообразительность. Аля? Любовь к спорту. Вот так. Мужество и отвага. Олд Спайс капитан. Аромат, с которым море по колено. Ну вот, мужчина мечты готов. Ты чё? Спокойствие. Ты под надежной защитой. Инструкция для тех, кто хочет быть сексуальным. Для начала покажите свой уровень. Да, работы тут лет на 200. Начнем с азов. Посмотрите все доступные видео, которые помогут стать сексуальней. Притормози, детка. Зачем тебе красивая походка на каблуках? Ну, теперь научись стрелять взглядом. Думаю, все будут сражены на повал. Флиртуй, поймай его на крючок. Эй, ты смотрел Гарри Поттера? Тогда доставай своего Василиска. А ты случайно не капитан Америка? Тогда откуда у тебя такая сочная задница? Твои родители случайно не кондитеры? Тогда откуда у тебя под носом эта мука? Проехали. Вот тебе реальный совет. Просто будь собой. Приветики. Женя. Блин, где мужика найти, а? Да как где? Вон мужик. Нет, это все не то. Ой, смотри, какой симпатичный молодой. Не подходит мне такой, слишком больно молодой. А вот этот, смотри, какой толстый, с цепью золотой. Ты че, совсем того? Он пришел сюда с женой. Тот неплохой, в принципе. Вот тот же. Как-то раз я убивалась от безответной любви и резко поняла. Я хочу забыть его нахрен. Первое, что пришло в голову, это хорошенько напухаться. Знаешь что? Я тебя так люблю. Пожалуй, это самый нерабочий вариант. Попробовала загрузить себя важными делами. Забыть этого козла так и не получилось. Решила заменить другим. Хочешь быть моим парнем? Витя. Сюзанна. Пригласила молодого человека домой. Решила начать с романтики. Раздевайся. Увидела такую же родинку, как у моего любимого. Разревелась и обвинила красавчика, что он мне может только нервы трепать. Красавчик вежливо попрощался. Ну вот, теперь я вообще одна. Я тебя так люблю. Твою же мать, а. Ангел спустился с небес. А! Стой! Стой! Подожди! И смотреть, как я буду потом. Для тебя не осталось, но снова одна. Как же мне все надоело. Вот бы сейчас на море попасть. Вау, а можно вина? А можно Аленку? О, а можно Юльку?
классно, боже, ты сита! Ну да, с этим я, конечно, перегнула, но все же спасибо! Ялта и Краснодар. They say into your многие думают, что домашние дела – это так просто. С помощью одной капли средства перемыла всю посуду. Одним движением руки приготовила вкусный обед. А продукты по интернету заказываются. А крупу вообще ваш кот перебирает. Но я вам сейчас расскажу, как это на самом деле происходит. Никакой тебе помощи!